Еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, прошло на сцене Саратовского социально-экономического института. Здесь состоялся гала-концерт фестиваля «Пенсионный фонд. Территория талантов». Мероприятие не случайно приурочили к 1 октября. Артисты в основном пенсионеры со всей области. В Саратов приехали самые яркие певцы, танцоры и музыканты. В общем, на фестивале свои таланты продемонстрировали более 500 пожилых людей. Многие пенсионеры именно в творчестве видят отдушину и самореализацию. Человек понимает, что детей вырастил, дерево посадил, дом построил, семью создал. И человеку хочется найти себя, раскрыть свою душу. Песни, они как раз реализуются. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Бодрость духа. Как это что дает? Вы что? Ой, умиротворение такое в душе, успокоение. И самое главное – бодрость духа. Праздники для пожилых людей первые 10 дней октября будут проходить во всех муниципальных районах, учреждениях соцобслуживания и на предприятиях. Запланированы более 500 различных мероприятий, в которых примут участие около 30 тысяч пожилых граждан Саратовской области.